Вот она, птичка сидит. Красавица. Какой Господь ее чудно сотворил. Что-то ходит, ищет тут. На грядках. А, она еще этих насекомых ловит. Тут и изобилие пищи. Коровок гонят. Потеряевские наши. Сейчас пасут от 8, с 8 до 8. Вот, сколько насекомых-то. Вон еще одна птичка. Исчезла. Иногда она зальется такой трелью красивой. Да, все дышище да хвалит Господа. Слава Христу! Аллилуйя! Сегодня на 14 мая 2015 года. Вот бобра я снимаю у нас. Вот он, красавец. Плавает. Плывет. Хвостом своим гребет. Это мы на лагерном пруду находимся. До этого мы не видели, только видели его хатки. А тут его самого хозяина увидели. Опять поплыл. Вот, это лагерный пруд. Там у нас храм находится. Это мы с братом Виктором тут работаем, на огородчике поливаем. Сейчас я попробую поближе подойти. Может, засниму ее. Вот он плывет. Как катер. Учится. А вот его и норка. Домик его. Угу. Там в других местах тоже навалено было. Именно здесь он живет, видимо. Ну, слава Богу. Слава Христу. В этом году у нас было очень много снегу. И вот пирс вообще весь развалило. Даже он один столбушок всплыл.
острием вверх. Вот. Заборов много попадало. Пришлось много менять, вон новые столбушки стоят. Милость какая божья, красота кругом. Много насекомых, как обычно, кусать их. Слава Христу. Вот только запись началась. А то у батюшки новый щенок. Как звать-то? Рена. Рена. Сколько ей? Ну, наверное, 2 месяца, наверное. Вот. Это наши гости приехали. Вот Серафима идет. Старейший житель. 80, наверное, уже 9 лет. Машина. Там приехала Наталья Конева, врач. Надежда Васильевна лечила, она у ней жила. Врач талантливый, она всякие разные, там и китайские, другие методы изучает. Ну, как врач, конечно, и болеет сама. Говорится, как они говорят, чужая энергетика сильнее оказывается. Вот о таком чуде жили у нас. Уехали. Прекрасный дом. Свой огород. А сейчас ничего нету там в Греции. Все купленное. А здесь куда ни посмотришь, люди работают, сажают, все свое. Это же прекрасно. Это барабаш Игорь, видно.